Российская сборная Казахстана завершила участие в 17-х летних паралимпийских играх с лучшим результатом в истории, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Особенно порадовали парадзюдоисты – 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы. Золотую медаль стране принесли Давид Дегтярев и Акмарал Науатбек. Серебряную медаль завоевали Еркен Габасов, Ергали Шамей и Нурдауле Джумагали. Даяна Федосова, Зарина Райфова, Дастан Мукашбеков и Жилкамырза Шукурбеков завоевали бронзу Паралимпиады. Напомним, 17-е летние паралимпийские игры проходили во Франции с 28 августа по 8 сентября текущего года. 44 спортсмена сборной Казахстана соревновались в 9 видах спорта. Триумфальное выступление казахстанцев на Паралимпиаде вдохновило миллионы людей преодолевать любые жизненные преграды и достигать успеха, а также показало безграничные способности человека. Мы поздравляем наших спортсменов с успехом и желаем новых побед!